На торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеринарного работника, в зале заседания администрации Кургазинского района присутствовали начальник управления ветеринарии Республики Башкортостан Вакил Буранбаев, руководитель ветеринарных служб города Кумертау, Мелеуз, Мелеузовского и Федоровского района, а также управление ветеринарии Октябрьского и Тюльганского районов Оренбургской области. Глава администрации Кургазинского района Ахат Кутлуахметов, выступая перед собравшимися, отметил значимость ветеринарной службы для сельского хозяйства и стабильной эпидемиологической обстановки в районе, а также поздравил ветработников с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. История ветеринарной службы России насчитывает уже 127 лет. И только сейчас у ветеринарных медиков появился свой праздник. Это событие, по словам начальника управления ветеринарии Республики Башкортостан Вакила Буранбаева, не может не радовать, как и результаты работы ветслужбы на сегодняшний день. Что касается ветеринарной службы сегодня, Кургазинского района, Кургазинского района является воротом республики. Самое главное то, что мы сегодня подходим к этому празднику на сравнительном пике благополучия республики. Мы сегодня, если сказать ветеринарными словами, мы сегодня спим спокойно по отношению к сибирским язвам. Это благодаря большей доле нашим ветеранам, потому что мы приняли от них хорошее наследство. Шикарный коллектив. Нет никакой службы такой взаимовыручки, как ветеринарная служба. Всегда говорят о том, что если ночью где-то в деревню зашел и сломался, найти ветеринарного врача. Он тебя накормит, напоит, обязательно согреет и так далее, и так далее. Уважаемые мои коллеги, я поздравляю вас с этим праздником. Я желаю вам терпения, здоровья, я желаю вам благополучия. Благополучия в самом широком ее смысле и понимании. Благополучия не только эпизодического, благополучия материального, благополучия семейного. И так далее, и так далее. С праздником вас! Также Вакил Буранбаев с гордостью отметил, что все награды российского конкурса профмастерства работников ветеринарной службы «Золотая осень-2014» уехали в Башкортостан. Большой вклад в развитие района ветеринарии внесли ее ветераны. Слова благодарности в адрес каждого из них прозвучали от начальника ветеринарной службы Кургазинского района Рустема Рафикова. Он обратился к коллегам с просьбой о содействии в сборе материалов для книги о ветеринарной службе Кургазинского района, которая готовится к выходу в ближайшее будущее. Мы планируем к 130-летию, может быть, даже пораньше выпустить книгу районную. И просьба такая, все-таки все здесь сидящие, знаете, дайте, пожалуйста, информацию, если есть фотографии, мы обязательно выпустим книгу. Большой тираж сделаем сами, и я думаю, это войдет в историю нашего района и так далее. Я просто прошу вас, кого-то мы сегодня могли забыть, кого-то, потому что всех не отплатишь, это все-таки праздник впервые происходит, поэтому у меня вот была такая просьба. Дай Бог вам всем здоровья, еще раз с праздником вас, дорогие коллеги. Звучали слова поздравления и поддержки от коллег из Оренбургской области, от присутствующих ветеранов и молодого поколения ветеринарных медиков. За добросовестный труд и значительный вклад в работу ветеринарной службы района ее работники были отмечены почетными грамотами Управления ветеринарии республики, администрации района и Рискома профсоюзов работников агропромышленного комплекса.